новости экономики. Курская область развивается стабильно. Об этом свидетельствуют данные статистики. По качеству жизни наша область занимает 8-е место в рейтинге 18 субъектов Центрального федерального округа. Тему продолжит Ирина Губарева. По данным Минрегионразвития, Курская область в последние годы стабильно занимает 5-е и 6-е место по многим показателям социально-экономического развития среди регионов Центрального федерального округа, а по отдельным пунктам лидирует. Курская область занимает 1-е место в Центральном черноземном районе по темпу роста объемов производства легкой промышленности и транспортных средств и оборудования. 2-е место по темпам роста в производстве неметаллических минеральных продуктов и электрооборудования. В сельском хозяйстве решена главная стратегическая задача – преодоление последствий прошлогодней засухи. За 9 месяцев года индекс производства продукции сельского хозяйства составил почти 150%. Это второй результат в ЦФО. В различных отраслях экономики успешно реализуются инвестиционные проекты. Их более 60. Буквально вчера на базе нашего завода резинотехнических изделий была встреча целого ряда руководителей промышленных предприятий, законодательных наших органов исполнительной власти, где, в принципе, рассматривались и давались предложения руководителями реального сектора экономики по совершенствованию законодательной базы в сфере инвестиций. Приоритетной остается и социальная сфера. За 11 лет построено и отремонтировано 25 школ. Проведена реконструкция 3 интернатов. После капремонта открыто 25 детских садов. Строятся новые. Растет и благосостояние курян. Размер минимальной зарплаты в бюджетной сфере свыше 4 500 рублей. Во внебюджетной – более 6. По темпам роста среднемесячной заработной платы Курская область удерживает 1-е место в ЦФО. Ирина Губарева, Владислав Ковтонюк, телеканал «7».